Здравствуйте! Вас приветствует канал коллекционирования. Сегодня я вам хочу рассказать о телефоне 1990 года выпуска пермским заводом Тилур. Он телефон уже 30 лет. Вот раньше такие телефоны стояли практически в каждой квартире. Вот такая трубка была. В сравнении сейчас сотовый телефон быстро тяжело. Вот сотовый телефон. И теперь трубка. Сюда вот говорили громкость. Здесь вот слышали. Первое слово обычно было «Алло». «Алло, я вас слушаю». Написано Тилур. Это кнопочки. Тогда были телефоны в основном вот такие. Дисковые. Набирали. Сейчас вот такие. 30 лет назад было это круто. Друзья. Так вот, общий план. Ну вот, отсюда выходил звук. Модель Тилур 201. Телефонный аппарат. Дата 1990. Написано советско-испанское предприятие. Друзья, дела точнее. Друзья, в каждой квартире шел телефонный провод. Вот сюда шел провод. И телефонный аппарат при помощи вот такой вилки. Бывает 220 вольт. Примерно вот так вот. Сюда розетка вставляется. Здесь другое напряжение. И вот вставлялось вот так. Сюда вот засовывать. Телефонный аппарат работал. Такие дела, ребята. Советское испанское производство. Находилось в городе Перми. Советское испанское предприятие, точнее. Телефонный аппарат. Так вот здесь громкость регулировалась. Больше, меньше. До новых встреч на канале коллекционирования. Пока.